Две недели шла подготовка к флешмобу. Преподаватели рисовали чертеж расположения участников, а студенты учились все делать синхронно. Все как бы воодушевлены, вот слышим, радуются, поют. Это прекрасно. То есть получается, и преподаватели, и студенты, преподаватели приносят бумажки, мы там бегаем, все распространяются, все в этом участвуют. Университет ХПИ даже заявку на рекорд Украины отослал, но регистраторы не успели доехать до Харькова. В назначенное время студенты выстроились и воссоздали популярную ружу. Этот орнамент можно найти почти на каждой вышиванке, говорят организаторы. В назначенное время по команде цветок появился на несколько минут. 361 студент, как вы видели, выстроились в рисунок всем известный восьмиконечную красную ружу, которая символизирует центр Вселенной, силу, энергию. Для молодежи это очень важно. С другой стороны, мы понимаем, что мы как ВУЗ должны давать не только технические знания, но должны еще воспитывать социально активную молодежь. Відчуття неймовірні, чесно, незважаючи на те, що погода, ми всі дружно, всі, як ви бачите, всі весело, всім радісно. Готувалися ми, дуже велика вдячність нашим викладачам, вони дуже неймовірно сили на це вклали, дуже багато вони зробили. Ми старалися, чим могли, допомагали. В університеті говорять, що в следующем году планують також відмітитися в День вишиванки. Но мероприятие будет еще более зрелищным. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».